Дослушай. Музыку ж дослушаем. Так, так ничего не знаю. Ну, дальше мой тост. Уже включили, все. Да я знаю. Да, крутая штука. Ну все, наладил свою музыку. Неужели вам не нравится? Тише, сделай, будь человеком. Музыка должна наполнять сверху. Я не глухая, понимаешь? Я не водила трамвай. Еще тише. Вот такую мне жену не надо. А ты такую не найдешь. Второй такой в Славянском районе нема. А я сказал тем, которые на меня наезжали, сказал, говорю так, мне нужна пивунья, чтобы она пела песни. Не будет петь. Извини, не подходит. Так, теперь я тут заговорю. Я хочу всю жизнь прожить в музыке, а не... Я хочу выпить за всех наших родственников. За родственников Марины Алексеевны. За всех, которых мы знаем и которых не знаем. За всех ее родственников. Научно говоря, за всех ее эгрегоров, которые над ней стоят, за всех ее ангелов-хранителей, за всех ангелов-хранителей Ксюши, за ангелов-хранителей Дмитрия Евгеньевича, за ангелов-хранителей Владимира Яковлевича. Отдельно нельзя сказать, за всех ангелов сразу. Нельзя. И за ангелов моих. Спасибо им большое, что они в нашей жизни не оставляют нас. Великих грешников, это я так считаю. Правильно. И что они нас всех поддерживают. Не надо мои зубы фотографировать. И в конце хочу сказать, всех все ставим. Это я для чего говорила? Все это говорила за Марину Алексеевну. Мне в жизни крупно повезло, что когда я вот этого типчика под именем Евгений Сергеевич привела в музыкальную школу... Ты привела, я привез из Краснодара. На такси в мокрых брюках, чтобы ты знала. Ну, пьяная. Я его, понимаю, я привела его в музыкальную школу, и он пошел купил «Коварство и любовь» с мизинцем на твоем кольце. Может быть, я таких подробностей не помню. А я ж уезжал в Краснодар. Ему крупно повезло, что в тот день на месте директора, который, дай ему Бог здоровья, хай живет сколько хочет, сидела Марина Алексеевна Тимченко. А не там тетка, и он с ней познакомился. Да куда только в глаза глянул и погиб. Познакомился и сразу пропал. Зачем знакомиться, в глаза глянул и погиб сразу. И погиб, правильно. Все, я знаю. Пошел, купил шоколадку и коварство и любовь. Ты мне должен шоколадку и коварство и любовь. Ой, братишка, молодец. Я не вижу, где коварство и любовь за столом. Я за братишку пью. Так, а почему мы пепси не надо? Не надо, хватит. А я всем говорю, у меня тут казак, у него личное оружие золотое. Дома в сейфе лежит. Ты слышал? У него коварство осталось в прошлой жизни, а в этой жизни у него пошла сплошняком любовь. А, как классно! Поэтому я пью за Марину Алексеевну. Чтоб их не... Вот послушай, что я скажу сейчас. Я правильно я тост называла. Твой, тост я продолжаю. Продолжай, ладно. Чтоб как вот этот бокал был наполнен, так он наполнялся в них любовью. И к ней любовь, а так заполнялась постоянно. Согласна. Мариночка, ты меня слышишь? Да. А вот оно видишь. Ну видишь, дополна не стали наливать. Слезы оставляют почему-то, я не знаю. Пожалели, что ли? Не знаю. Кто наливал? Рука держала. Тебе мало, много, простите. Да я же на пенсии, я теперь на работу не хочу. Какая разница подзором? Владимир Яковлевич, тебе хватит.